Christmas, I give you my heart, but the very next day you'll give it away. These years to save me from tears, I'll give it to someone special. Once beaten and twice shy, I keep my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Всем привет! Сегодня 30 декабря, а это значит время волшебства. В Белгородском государственном институте искусств и культуры пройдет новогодний праздник, но без Деда Мороза. Концерт также и несет свое название «Дед Мороз меняет профессию». Чем же не угодил график работы сутки через 364 Деда Мороза? Об этом только в нашем информационном выпуске. Привет, Алина. Расскажи, пожалуйста, как твое новогоднее настроение? Привет, Ром. Отлично. На самом деле, сегодня концерт, впереди Новый год, и хочется какого-то чуда, ощущения счастья. Правда, холодно на улице, но это, я думаю, мелочи. Ты веришь в Деда Мороза? Нет. Алиса, солнышко, ты веришь в Деда Мороза? Очень сильно веришь? Да. Это он тебе подарил такой подарок? Нет, это Наташа подарила. Наташа подарила? А Наташа – это Снегурочка Деда Мороза? Ты красная шапочка? Да. У тебя хорошее настроение? Да. Ну ты умничка, с Новым годом тебя. Если рядом мы, я и ты. Наконец я нашел Деда Мороза. Скажите, пожалуйста, почему вы меняете профессию? Без комментариев. Я бывшая выпускница, вот. Мне очень приятно быть через столько много лет здесь, снова в этих стенах. Мы приехали из Японии, и вот давайте поздравим, наверное, по-японски, да? Всех с Новым годом! Сейно! Акемашите, омедетоу гозаимасу! Хотелось бы пожелать прежде всего здоровья, и чтобы у каждого из вас и из нас осуществилась та мечта, о которой вы думаете, это была как путеводная звезда, и чтобы она у вас шла к цели. С новым наступающим годом! Скажи, пожалуйста, какую бы ты профессию посоветовал Деду Морозу? Режиссер. Почему же? Потому что я на него учусь. И это правильно? Дедушка Мороз, многие говорят, что вас не верят, собственно, как и я. Скажите, пожалуйста, вот почему вы меняете профессию свою? А ты для начала стишок, внучек, расскажешь? Люке Мори, я могу английский, можно английский? Можно по-английски. Люке Мори, я туп зеленый, золотей шан цейп на дубитом, и тнев и ночью кет ученостью ход подспи кугам. Хороший стишок, внучек, подарочек получишь от меня. Дорогие друзья, мне кажется, я не один вижу белочку. Дорогая, солнышко, скажи, пожалуйста, ты веришь в Деда Мороза? Верю. Веришь. А что ты хочешь у него попросить? Какой подарок? Ну? Почему ты сидишь грустный? Знаете, я перестал верить в себя. Ну почему же? Есть Дед Мороз, и ты, Санта-Клаус, тоже есть. Я же хотел быть Дедом Морозом, а не Санта-Клаусом. Здравствуйте! Здравствуйте! Иду! А я понял, что каждая профессия хороша по-своему. Но моя профессия для меня особенно хороша. Ведь какой Новый год без Деда Мороза? Дорогие друзья, концерт уже подходит к концу, и мне остается только одно сказать. С Новым годом! Поздравляю всех с наступающим Новым годом! И от всей души желаю, чтоб следующий год был ярким и красочным.